заходили вчера в Леруа Мерлен, купили себе вот такой вот коврик на балкон. Зеленый газон. Тут у меня уже, кстати, вот настурции выросли, которые я сажала на карантине. Так что вот так. Вот он у нас тут рядом, Леруа. И тут, кстати, каждый день выстраиваются такие огромные очереди, ну, потому что люди соблюдают дистанцию. И туда охранники не пускают больше какого-то определенного количества человек. Но Леруа открыт, и можно туда ходить хоть в какой-то магазин, просто даже как на выставку. Ну, сегодня в Петербурге солнечно. Башню видно. Пропала в облаках. Лахта-центр. И вот там даже еще Нева у нас виднеется. Уже все зеленеет. Надо еще окна помыть. А тут мы что выращиваем? Тоже какие-то растения мама принесла. Вот, кстати, помидорки тоже выросли. Рассадили уже. Лучок. На балконе все выращиваем. Лучок, чесночок. Елка у нас тут стоит еще. Зимняя. И, наверное, так и будет стоять. И куча всяких, даже вон одуванчик у нас расцвел. Лук. В общем, домашний огород на балконе. Ну, вот такие вот дела у нас. Пока еще утро, машин не так много, но обычно здесь все в трафике, куча людей. Дождик прошел, такая трасса красивая, яркая. Вот так и живем. Сегодня к нам придет установщик стиральной машинки из Эльдорадо. Мы заказали стиральную машинку еще в начале апреля, пока я на карантине сидела, вместе с установкой. Причем заказали машинку на 30 апреля. 30 апреля как бы Россия собиралась выходить из самоизоляции, и мы решили туда, подальше заказать. И нам 30 апреля привезли. Хоть из самоизоляции мы не вышли, но привезли машинку, а установщик, сказали, придет, когда уже все это закончится. Ну так вот, 12 мая мы как бы, Россия, вышли из самоизоляции, то есть люди начали работать, хотя в Петербурге у нас продлили до 31 мая. Но, видимо, уже магазины начали работать. Нам позвонили из Эльдорадо и сказали, что установщик придет сегодня. Так что посмотрим, как это будет. Почему я заказала установщика? В принципе, может быть, можно было и самой подключить все это. Но у меня была история в Лондоне, тогда, когда у меня погиб брат, мне пришлось взять в свои руки его дом, потому что у него там были арендаторы, и ну, чтобы получать какую-то денежку и оплачивать ипотеку, мне надо было следить за этим домом, и там как раз сломалась машинка. Что там в ней было, я ее вскрыла, посмотрела по интернету, что могло сломаться и как ее починить. Вытащила оттуда море носков, монет, булавок, всего-всего-всего из насоса. И думала, насос сломался, заказала новый насос, это все в интернете читала и делала сама. Заказала новый насос, переставила его, но дело оказалось не в нем, то есть до насоса какая-то была проблема, до насоса даже не дошла вода, поэтому я его обратно сняла и отправила назад. То есть у меня его приняли и вернули деньги назад. Потом мне пришлось заказать новую машинку, и вот как я ее устанавливала, я позже расскажу, но у меня просто вся кухня была в воде, потому что воду я нигде не могла перекрыть холодную. Даже брат у себя в доме не мог найти, где перекрывается эта вода. Ну, мы так подозревали, что это где-то за кухонным гарнитуром, потому что больше нигде не могли найти, а кухонный гарнитур был встроенный, и, ну, нигде переключателя мы не нашли. Поэтому я без перекрытия холодной воды начала просто менять шланг один на другой. В общем, об этом, обо всем я буду рассказывать после. Но вообще про дом, про все перипетии с домом, с этими арендаторами, которые все абсолютно портят. Мне пришлось и машинку купить, и холодильник новый. В общем, все сломали. Буду рассказывать позже. Конечно, тяжелая тема, тяжелый период времени у меня тогда был.
Это когда я училась на последнем курсе в университете на фильммейкинг. Вот такая беда пришла, и мне пришлось жить двойную жизнь за себя и за брата. Но дело не в том. То есть после того случая я уже решила, что сама машинки устанавливать я не буду. Хватит с меня. И поэтому пришел установщик и подключил уже конкретно не только машинку, но и подсоединил шланг к водопроводу и к стоку. Ну и, конечно, саму машинку покажу. Пока наслаждаемся моими цветочками. Вот, кстати, тут вот еще петуньи у меня выросли. Они еще маленькие, их просто вот эти настурции, я же их вместе сажала, эти настурции забили. Как все это будет дальше цвести, расти и вообще, что будет с вирусом, каким будет это лето, буду постепенно рассказывать не только про Лондон, но и про жизнь англичанки в Питере. Ну вот, установили нам машинку. Даже уточку свою поставила на нее. И будет теперь у нас работать. Отключение. И там вот дальше, внизу слив сделали. Так что вот такая вот у нас теперь космическая ванна будет.